Примбанда, в прошлый раз в 3 часа ночи мы слушали проклятую песню Эльзы. Все время, пока мы ее слушали, нам становилось плохо, в конце к нам пришла реальная Эльза. Но многие из вас писали, что это была не обычная Эльза, а самая настоящая Эльза Иксе. Я все еще не могу поверить, но некоторые из вас написали, что настоящую хорошую Эльзу давно убили. Именно поэтому сегодня мы отправляемся на поиски могилы, где захоронена настоящая Эльза. И попытаемся узнать, кто же все-таки ее убил. Именно поэтому, банда, давайте на этом видео наберем 20 тысяч лайков. И тогда я в 3 часа ночи посмотрю проклятый фильм Эльзы Иксе. Мы проверим эту старую легенду и узнаем, что же с нами произойдет. Так что поди скорее ставь лайк, а также чекай описание, ведь там ссылки на все мои социальные сети, где я общаюсь с вами, банда. А еще там иногда выходит секретная информация про разных монстров. Так что поди скорее смотри описание, ставь лайк, а мы тем временем отправляемся на поиски могилы Эльзы. Погнали! Окей, Супримбанда, надеюсь, вы готовы. Мы уже находимся практически на том месте, где захоронена Эльза. Но где именно она захоронена, никто не знает. Потому что после того, как ее убили, тело Эльзы захоронил Олаф, ее единственный верный друг Снеговик. И где именно он это сделал, никто не знает. Но в Даркнете на этот счет было кое-что интересное. Просто посмотрите, что я купил. Я смог достать камеру, с помощью которой мы сможем видеть настоящих призраков. Если мы сможем сюда призвать дух Эльзы, то мы сможем увидеть через эту камеру прямо в этот экран. Это очень старая камера, банда, я уверен, что это сработает. Также в этот комплект входили настоящий пучок волос Эльзы. Просто посмотрите на него, это настоящие волосы Эльзы. Ко всему этому мне еще дали заклинание, которое я должен прочитать во время того, как буду сжигать эти волосы. И по идее, после этого прямо сюда должен прийти дух Эльзы, который мы сможем увидеть с помощью этой камеры. Поэтому, банда, давайте уже быстрее сделаем этот призыв. Мне не терпится узнать, где она захоронена. И как вообще выглядит ее могила. Господи, банда, я так переживаю. Надеюсь, что мы сегодня не назовем на себя какое-то проклятие этим призывом. Тем не менее, давайте уже зажжем эту свечку, которую мне прислал Даркнет. Пойти на этой свече я должен сжечь волосы, во время этого произнести заклинание. Надеюсь, что все это сработает, Супримбанда. Я очень переживаю. Заклинание звучит как-то так. Дух Эльзы, приди к нам, проведи на свой покой. Очень странное заклинание, но я должен его говорить 3 раза подряд. Давайте же быстрее это сделаем. Итак, банда, вот волосы Эльзы, я их поджигаю. Просто посмотрите на эту жесть. Дух Эльзы, приди к нам, проведи на свой покой. Дух Эльзы, приди к нам, проведи на свой покой. Дух Эльзы, приди к нам, проведи на свой покой. О, черт, банда, сжигаем их полностью. Надеюсь, что это сработает. Я 3 раза произнес заклинание во время того, как горели волосы Эльзы. Давайте же проверим, ли еще не пришла Эльза. Включим эту камеру и узнаем. Это просто какая-то жесть, банда. Я включаю камеру, просто посмотрите. Итак, я вроде бы нигде не вижу Эльзу. Здесь вроде бы никого нету. Неужели мне прислали просто какую-то дешевую камеру, которая даже не работает? Здесь просто какие-то помехи. Качество максимально ужасное. Тем не менее, банда, я все еще не вижу Эльзы. Что за бред? Неужели меня реально обманули? Ее реально нигде нету. Уже не первый раз, как я что-то заказываю в Даркнете, меня обманывают, она реально не работает. Ладно, банда, давайте дадим еще один шанс этой камере из Даркнета. Может быть, Эльза приходит не сразу. Итак, я ее включаю, просто посмотрите. Я вроде бы никого не вижу, что за бред, здесь никого нету, банда, я реально никого не вижу. Посмотрите, это Эльза, Настя, ты видишь, она прямо перед нами. Нет, никого нет. Она реально здесь стоит, банда, вы видите это? Что она делает? Она машет нам или что? Она зовет нас за собой, Настя! Похоже, она хочет привести нас к своей могиле! Я думаю, нам стоит идти за ней, банда, просто посмотрите, она уходит! Быстрее идем за ней, Настя, это полная жесть, вы видите? Эльза реально прямо передо мной, я вижу ее, банда, она ведет нас! Это такой ужас, нужно быстрее догонять, она слишком быстрая! Это просто какая-то жесть, банда! Что за бред, она исчезла? Она буквально вот так вот испарилась, что это за бред? Окей, банда, я думаю, что нам стоит идти прямо в
возможно, нам просто показала путь, где находится ее могила. Думаю, нам нужно идти где-то там, уже снова включим эту камеру. Окей, банда, мы прошли уже где-то 50 метров. Давайте включим эту камеру и посмотрим, нету ли где-то здесь Эльзы. Итак, банда, я ее запускаю. И просто посмотрите, вот Эльза прямо передо мной. Просто посмотри, Настя, она около кукурузы, ты видишь? Нет, не видно. О, черт, но в этой камере ее видно, она входит в эту кукурузу. Получается, нам нужно идти где-то туда. Это просто какая-то жесть, банда, давайте продолжим исследовать за ней, я просто в шоке. Мы сегодня реально снимаем какую-то мистику, это полная жесть. Я просто в шоке от всего этого, посмотри. Мне кажется, что здесь бесконечное поле, тем не менее, идем быстрее со мной. Давай я попробую тут включить камеру, возможно, Эльза где-то здесь. Черт, банда, надеюсь, что все будет нормально, но я вроде бы нигде ее не вижу. Ее реально нигде нету, что за бред? Она как будто снова испарилась. Мы попробуем выйти с этой кукурузы и уже там включить камеру, ты готова? Да, давай. О, черт, банда, это просто какая-то жесть. Я реально в шоке от всего этого. Куда нас вообще занесло? Куда она вообще нас завела? Просто посмотрите на эту жесть. Здесь уже кукуруза поменьше. Давайте включим камеру. Итак, банда, я вроде бы ничего не вижу. Просто посмотрите, что это? Ты видишь это? Нас сними, там что-то есть, ты видишь? О, господи, что это? И прямо там стоит Эльза, банда. Я просто в шоке. Вы видите эту жесть? Это просто какой-то ужас. Она просто исчезла. Вы видели это? Она реально снова испарилась. Неужели это могила Эльзы? Просто посмотри на это. Господи. Ты видишь, здесь еще какие-то свечи горят. Я просто в шоке, банда. Неужели это реальная могила Эльзы? Просто глянь на это, ты видишь? Мне кажется, что этот крест нарисован кровью. Просто посмотри, ты видишь? Здесь реально кровь, банда, и она свежая. Просто глянь на это. Это реально ужас, банда, с этой Эльзой явно что-то не так. Тем не менее, это похоже на ее могилу. Посмотри на эти свечи. Они все еще горят, я в шоке. И глянь, что это такое? Это? Ты видишь? Это ее гроб, банда. Неужели прямо здесь захоронена Эльза? Просто ужас, банда. Я реально в шоке от всего этого. Здесь еще какой-то красный знак. Посмотри. Черт, банда, просто какая-то жесть. Ты видишь это? Просто глянь, здесь какой-то красный знак. О, черт, Суприм, банда, что бы это ни значило, мы точно должны откопать ее гроб и узнать, кто там лежит. Если там реально Эльза, банда, то мы должны ее остановить. Потому что похоже на это, что здесь очень много жертв, потому что кровь свежая. Нужно вернуться в машину и взять лопату. Давай быстрее пойдем. А что если это Эльза и нас убьет? Не знаю, вряд ли. Это же Эльза хорошая. Тем более я знаю много заклинаний для отзыва призрака. Надеюсь, что они сработают. И не произойдет как обычно, что я просто их забуду. Тем не менее, банда, просто посмотрите на все это. Это же реально жутко выглядит. Давайте быстрее ее раскопаем и узнаем ли правда там захоронена Эльза. Я реально в шоке от всего этого. Просто глянь, ты видишь? О, да. Это такая же жесть, банда, я прямо сейчас раскапываю гроб Эльзы. Просто какой-то ужас, посмотри. О, черт, что это такое? Я вижу там какой-то знак. Просто глянь на это, ты видишь? Да что это? Неужели это нарисовано кровью? Просто посмотри. Здесь еще один крест, Настя, ты видишь это? Тем не менее, мне кажется, что мы уже можем открыть ее гроб. Ты готова? Да, давай. Я просто жесть как в шоке, банда. Давайте быстрее это сделаем. Черт, просто глянь на это, ты видишь? О, да. Крышка легко поднимается. Итак, банда, я открываю гроб Эльзы. Просто глянь на это. Господи. Ты видишь, это реально Эльза, банда. Просто посмотрите, здесь ее скелет. Я просто в шоке от всего этого. Я не могу в это поверить. Мы реально раскопали гроб Эльзы, ты видишь? О, да. Это просто какой-то ужас, банда. Я все еще в шоке. Она реально мертва. Это просто какой-то ужас. Посмотри, что это такое, ты видишь? Да, это куриная лапка. Я знаю, но что она здесь делает? Просто глянь, какая она жуткая. Да. Это какая-то жесть, банда. Она здесь не одна, посмотри. Три, здесь три. О, просто господи. Гляньте на эту жесть, банда. Я никогда такого ранее не видел. Это реально очень жутко выглядит. Но что оно здесь делает? Почему эти куриные лапки лежат в гробу Эльзы? Что за бред? Я вообще ничего не понимаю, банда. С чем это вообще связано? Тем не менее, я вроде бы больше ничего не вижу в гробу. Только ее кости, да. Ты видишь? Просто гляньте, банда. Череп Эльзы, это какая-то жесть. Посмотри, фу! Это очень отвратительно. Зачем я вообще ее трогал? Но все же, банда, здесь больше ничего нету. Что? Это посмотрите.
смотри, ты видишь? Здесь какой-то ящик, Бонто! Что он здесь делает и что в нем? Окей, возможно, нам стоит его достать и узнать, что там лежит. Просто посмотри на это, ты видишь? Да. Что это такое? Похоже на какую-то куклу Вуду, просто глянь! Неужели Эльзу убили с помощью куклы Вуду, Бонто? Это реально жесть, как крипово выглядит, просто глянь на это, черт! Что это вообще такое? Почему она связана? Тем не менее, что вообще может быть в этом ящике? Давайте его откроем. Я не могу, черт, что-то заело. Хотя нет, посмотри, здесь гвозди. Он забит полностью, нам нужно его как-то открыть, нам нужен лоб. Но у нас его нету. Да, я знаю, мы почему-то в этот раз его не взяли. Но нам нужно как-то открыть эту коробку. Возможно, я смогу это сделать с помощью лопаты. Господи, Бонто, это просто какая-то жесть. Вроде бы даже что-то получается. Посмотри, ты видишь? Да, ну давай. Надеюсь, же, что я смогу ее открыть, Бонто. Вроде бы получается, Бонто, вы видите, мне уже не терпится узнать, что там лежит. Просто глянь на это, Настя, я почти ее открыл. Окей, надеюсь, вы готовы, Суприм Бонто. Давайте теперь ее откроем. Это реально самый мистический сундук, который я только открывал. Эта кукла Вуду меня реально очень сильно пугает. Тем не менее, Бонто, просто посмотри, что это? Ты видишь, здесь какой-то череп, просто глянь. А это еще что, какие-то косички? Чьи это косички, Настя? О, господи, возможно, Анны. Неужели Анну тоже убили? Причем тело Эльзы смогли захоронить, а Анны только остался череп. И посмотри, он проломлен, ты видишь? И здесь тоже какие-то куриные лапки. Что это все значит, Бонто? Я реально ничего не понимаю. Причем здесь куриные лапки? Если вы, Бонто, знаете, при чем они здесь, напишите об этом в комментариях. И здесь целых 4 Бонто вместе с этими тремя уже 7. Просто жесть. Я реально ничего не понимаю. Это какой-то ужас. И похоже, что это настоящий череп Анны. Я совсем не хочу его доставать. Это отвратительно. Похоже, что это ее косички. Бонто ее тоже убили. Это просто какая-то жесть, Бонто. Мы сегодня реально смогли откопать могилу Эльзы. Я просто в шоке от всего этого. Ой, что случилось, Настя? Что? Ой, что случилось, Настя? Моя рука. В смысле, о чем ты? О, господи, нужно взять вторую камеру. Что вообще происходит, Бонто? О, господи, посмотрите. Вот, Настя, что с ее рукой? Почему она синеет? Вы видите это? И посмотрите, здесь Эльза, что она делает? Что это за жесть, Бонто? Посмотрите на руку Настя, она полностью синяя. Что за бред? Я просто в шоке, Бонто. Что это такое? Держись, Настя, все хорошо. Просто посмотрите, рука полностью синяя. Эльза заморозила твою руку. Быстрее идем, давай. Нам нужно быстрее убить. Убегать, Бонто! Под комменты из-под прошлого видео просто есть какие-нибудь шикарные, идеальнейшие комментарии. Ну а подожди, если вдруг ты хочешь попасть в следующее видео, всего лишь тебе нужно опуститься ниже. Нажать на колокольчик и все про то же новое видео. Лайк, колокол, коммент, видео, бандиты. Помни одно, оставайся таким шикарным. Пока!